Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Кефирчик ТВ, и сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры Spaint Iris. Это Volvo FM. Скачан он не из мастерской, ссылка на него будет в описании, и данный мод предназначен для версии 8.11.15. И хотел бы затронуть такую тему, как некоторые мне писали, что недовольны качеством графики в обзорах. Так что я могу вам на это сказать? Смотрите, заходим в настройки. И у меня вот тут все стоит на максималках. Что я могу сказать? Вот и все. Так что будьте добры, смотрите. Потому что выше сделать нельзя. Итак, ну а теперь переходим к просмотру самого мода. Так, освещение работает. Сигнал у нас стандартный. О, мы уже Урал наш покалечили. И себя тоже. Но ничего, у нас полигон, и мы можем себя спокойненько возродить, так сказать. Итак, аддоны. Бортовая платформа. Ну, по стандартам я быстренько пробегусь, не буду на них заострять внимание. Бортовая платформа. Платформа лесовоза. Автономная платформа. Так, как она стоит? Ну, вроде бы нормально стоит. А там дальше. Топливная цистерна, маячки, которые стоят непонятно где. Ребят, возможно, это еще, знаете, с чем связано? У меня стоит Урал Т-375. Возможно, эти маячки предназначались для него, а может и нет. Так что, не знаю. Это баг данного мода, или же это просто от другого мода, от Урала, к примеру, они сюда залезли. Потому что по высоте они как раз туда, скорее всего, подходят. Ну да ладно. Итак, далее. Запасное колесо, непонятно где. Ну, что-то, ребят, не то. А может и то. Фиг его знает. А, так. Топливную цистерну убираем, ставим гаражные части. Сцепка, ремонтные части. Мини-цистерна у нас прицеп. Так, ну хоть пошел вместо не дефолтный аддон. А, прицеп-проспуск, ну, вроде там зацепляется на нужном месте. Так, полуприцеп цистерна. С воздушной подушкой. Бортовой прицеп. Так, давайте точку зацепа посмотрим. Так, как бы ее углядеть-то. Ну, по-моему, там стрельнуло слегка не в том месте, но что-то похоже на то. Так, полуприцеп фургон, тележка фургон, бортовой полуприцеп и сервисная тележка. Колеса. Стандартная резина, увеличенные колеса, внедорожные и вот такие шоссейные. А мы поедем на стандарте. Ну, или пусть будут внедорожные, не знаю. Пусть будут такие. И поставим себе... Давайте степку уберем. Поставим бортовую платформу. Бортовой прицеп. Так, кстати, мини-цистерну. Да, нельзя. А давайте поставим мини-цистерну лучше. Вот так поедем. Гараж убираем. Проверим загрузку броем. Загрузить. Отлично, все загружается. Вид у нас с крыши. И вокруг оси у нас так крутится. То есть не закреплен у нас вид.
Так. Белоснежненький такой. Вольво. Водила у нас руками не крутит. Опять я загляделся. Водила, я хотел сказать, у нас руками не крутит. Руль у нас тоже не имеет анимации. Так, ну давайте пока без помощников. Но без помощников. Вольво у нас уже на маленькой горочке застрял. Улучшили мы дифференциал и полный привод, и Вольво поехал. Ну, вроде неплохо так вперед. Так. Пачкается. Анимация как? Анимация подвески есть. Правда, не могу сейчас понять, насколько она там правильно работает, но да, факты то, что она есть. Надо, кстати, обратить внимание, может, у нас тут, как мне уже подметили в комментариях, что на железке 31 Монго был у нас резиновый топливный бак. Вместе с подвеской он там растягивался. Вот так. Ну, по-моему, вот тут такого нету. По дороге вперед. Хорошо. Кстати, откуда у меня там выхлоп-то? Ой-ой-ой-ой-ой. На, вот так вот. Стоп, создать. Давайте создадим еще один Volvo FM. Вот так вот. И поедем на нем по дефолту. Вот так. Пополнить. Ну или давайте что-нибудь поставим. К примеру. Что поставить? Не знаю, да. Да, пусть ремонтные части. Стоп, не то. Ремонтные части пусть будут они. Конечно, все это так выглядит не очень, когда столько мест сегодня. Но нам предложили сюда поставить запасной колесочек. Давайте поставим. Правда, как-то нерационально это все у нас используется место. Так. С крыши. Скажи, что там вижу. Ого, ладно, опять не перевернуться. Да. Не успел я это сказать, как Вольво перевернулся. Ну-ка, ну-ка. Не хочешь. Жаль, жаль. Давайте, может, тогда я респавню его в гараже. Или... Не, давайте на песчаный полигон. Сюда его респавним и съездим до озера. Да. Ну, еще тут немножко кружочек сделаем. И погнали в воздух. И вот насчет графики, опять же, я не знаю, что мне это не нравится. 60 FPS на максимальных настройках. Говорят, купи новый комп. Ну, видеокарту-то я буду в ближайшее время добавлять, но только для спринтариста это совсем никак не требуется, так что... Что именно в обзорах спринтариста не нравится, я просто не силы, похоже, понять. Ну и, в общем-то, все. Давайте на этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки данному видео и не только данному видео. Подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ссылки в описании. Всем пока.